такой. Боже мой. Стой на месте. Фэнли, на месте. А, помедленнее попробуй. Фэнли, смотри на меня. Помедленнее, с контролом, подвигайся с контролом. Прицепил. Все, давай начинаем. И всем друзьям привет, с вами Скелет. И сегодня, ребята, у нас будет ПВПшка на рандомных фруктах с ютуберами. И сегодня со мной находится кто там? Зима такая называется еще, зима у нас. Всем привет! Да, это Винтер. И еще у нас находится с нами фиолетовый челик. Это у нас... Фэнли. Это лошок. Фэнли, да-да-да. Ой-ой-ой. Это у нас в кепочке. А спонсор этого видео — сайт RBX3. Это сайт, где робоксы всегда есть в наличии, ну и очень надежные выплаты. Благодаря методу трансфер вы получаете свои робоксы в течение 5 дней, ребята. Также у RBX3 есть свой телеграм-канал, в котором проходят очень часто конкурсы на робоксы, ну и новости о сайте. Вы их точно здесь не пропустите. Ссылка на сайт RBX3 и их телеграм будет в закрепленном комментарии. А также вы сейчас видите QR-код, отсканируй его, и тебя перекинет сразу моментально на сайт RBX3. Итак, сейчас мы будем крутить рулетку фортуны и выберем тот фрукт, который нам выпадет, мы его съедим и будем ппхаться на нем. Да, и отстаньте вы от меня, а, втопитесь в землю. А, кстати, я не буду рулетку, я сейчас пойду, это у меня фрукты рандомные можно прокрутить. Запись все поставили? Да, я поставил. Ну что ж, ребята, поехали, сейчас будем открывать рандомный фрукт, посмотрим, что он выпадет, и мне нужно ждать еще 21 минуту. Ну, значит, рулетка в помощь. Итак, ребята, смотрите, сейчас мы прокрутим рандомное число от 1 до 28, и в зависимости от того, какое число мне выпадет, такой фрукт мы и получим. Генерировать, и на упадает число 18. И по числам 18 у нас находится фрукт Даймонд. Давайте сейчас брать и кушать его. Итак, сейчас мы с Фэнли будем крутить рулетку, потому что Винтер уже открыл себе рулеточку свою по цифрам и выбил Даймонд фрукт. А теперь открываем мы с Фэнликом. Давай, на счет 3, Фэнли. Раз, два, три. Полетело. Я надеюсь, что не будет что-то, ну, как бы нормально такое хорошенькое, а не какая-то там фигня, либо слишком дорогой фрукт. И мне выпал. Мне выпала бомба, ребят. Мне выпала бомба. Хорош просто. Боже, это же, как я буду играть с этой бомбой? Это прям прикол, реально. Ну, ладно, попробуем поиграть. Итак, ребята, вот моя бомбочка, и сейчас я ее захаваю. Минус мое тесто, но слава богу, что оно мне перманентное, и я смогу его вернуть назад. Да ты чё, братан, бомба лучше, куда? Ну, конечно, конечно, да. И у меня бомба вкачана на 16 мастере, это прикол. Да нормально, не переживай. Боже, это такой скилл, который делает чисто вот так вот. Так вот, бам, и все. И все, ребята, больше ничего не делает. Это просто такая пупырышка мощная. Как мощная? Мощная, ну типа, ну ладно, мощная, 2 на 2 кратера, да, ну окей. Имба, ты шо? Итак, мы, короче, качнули свои фрукты там примерно на 4-5 мастере, то есть практически до фула. И теперь будут реально крутая ПВПшка, и Винтер уже начал тут. На тебя, вот на. Ты шо, мы уже начали? Ну да, типа да, ну типа да. Ау, экран в алмазе. Ой, реально, экран в алмазе, это имба. Пацаны, вам сейчас будет люто. Я летаю. Сейчас будет люто. Смотрите, как вам. О, фига себе. А, у меня спингом или что-то, или что? Да а, нет, все не нормально, у меня эти красные кружочки так остались. Я понял. Так смотри, там я понял, это типа скрытые мины. Да. Экран. И какая сейчас Фэнли замочу. Не. У него мало хп. Так, а что, почему я не надамажил? Я никак не надамажил. Кстати, ребята, пишите в комментариях, как вам вообще рубрики по ПВП. Если вам нравится, то мы будем больше снимать. Конечно, да, ребята. А что, он помер? Да, на минах. Не, ревайв очень плохой фрукт, тут одна. Это нормальный фрукт. Она должна быть на месте. Нет, на месте она должна быть. Чтобы человек на месте стоял, ты его дамажил. А, стиле будет. По привычке. Как мне все бомбу кинуть? Ты хочешь бомбой мне закидать? Да. Блин, ты все доджишь просто. Да, Виндер, так тебе просто. Давай. Дайте вам. А, блин, да тут хаки просто даже снести невозможно, не то что задамажить. Да. Я не дамажу, понял? Пацаны, как вам мой скилл, мне кажется? Тут КД огромный просто. Почему не дамажу Фэнли? Так же он включает ПВП через секунду. Понял. Пипец, конечно. Да нет! На! Просто. Еще. На! Три ка чисто. Дамах пошел, дамаг. На, 2700. Давай вдвоем против скелета. Эй! Я вас сейчас один вытащу. Один вытащу вас. Спокойно.
Спокойно вытащил. На. Спокойно. Ладно. Я не понимаю. Ребята, ты сейчас постановка. Экран в алмазе, экран в алмазе. На, алмазик, алмазик. Тысяча хп, а что ты, блин, обилку раз и юзаешь? Я не юзал. Не юзал? Нет. А как ты отхилился так быстро? Я не знаю, как-то так. Ну ладно. А, ты Фенли кильнул, короче. Я узнал, кстати, недавно фишку после нашего ролика с Кномзи про то, что, короче, ты когда убиваешь чела, то у тебя хп хилится полностью. Так это давно было. Не полностью. Ну я знаю, я просто не знал. Не полностью, ну, не там тысячи две там... добавляют своим примерно. Да. Это когда ты его там убил, у него было 2к. Да блин. Тихо. Что делает X у бомбы, не понимаю. Он ничего не делает. X вроде как мины ставит, я не помню. Нет, мины ставит Цешка. А, смотри, короче, тебе нужно... Это вблизи надо юзать. Так, я почти тебе до тебя дошел здесь. Как вы друг друга убиваете? Да, я ему почти все хп уже снес, а мне ничего. Ну, да, конечно, 6000 у меня еще осталось. Ну, половину хп снес, нормально. Я уже чувствую, что половина комментариев будет Фэнли учить ПВПшиться. Я уже чувствую, что половина комментариев не знает, кто такой Фэнли. Ребят, давайте пишем в комментах Фэнли учить ПВП. Меня сейчас убьют! Меня Фэнли постилил! Да, Фэнли, давай, Фэнли, давай, я, короче, победитель, все. Я вас двоих убил. Понял. Ну так, ребята, давайте поменяем фрукты сейчас опять. Давай, поехали. Предлагаю поменять фруктики, погнали. Мам, я кого-то убил. Давай, и сейчас меняем фруктики, как я и сказал, давай. Фэнли, на счет 3, ты готов? Да. Давай тогда, 3, ой, то есть, 1, 2, 3, let's go. Итак, колесо фортуны. Дарк? Ну-ка, что нам выпадет? Сейчас крутится... Надеюсь, не леопард. Рулетка крутится, лавы хамутится, мне... Боже! У меня кило! Кило! Мне даймонд. Самый лучший фрукт, пацаны. Скелет, вы пока прокачаете фрукты, я пойду чай. Давай, я его даже захаваю прямо сейчас. У вас что за фрукты? Кило. А у Фэнди? Даймонд. А, даймонд папа. Стасифат! А, я могу тебя ударить. Итак, ребята, у нас такой сет, что у меня находится кило, у Винтера у нас Дарк V1, а у Эмиля, ой, то есть... То есть у Фэнли, ребята, у нас находится алмаз, как был у Винтера в прошлой катке. Ну, да, алмаз лучший фрукт вообще, по факту. А как же кило? Кило легенда. Забыл. Не, вращение я лучше. Я не попадаю. Что, мы уже начали? Нет, так просто. Нет, блядь, сидим просто. На, 2500 с кило, как вам такое, ребят? Где еще сейчас? На, 800. На, туда. Пацаны, я улетаю, я Мэри Поппинс. Да, полетел. Девочка Вэнзи. На, туда. Девочка Вэнзи. Экран в алмазе. Фэнди, как вы относитесь к девочке Венсдей? На. Никак. Я полетел. Вы тут файтите что-то? Я пытаюсь что-то сделать, мне ничего не получается. В смысле? Мы разве не файтимся еще? Но 3771 дал. На тебе. Боже. На тебе еще. На тебе. А я могу на зонтике улететь от вас? На. Я хочу на зонтике от вас улететь. На зонтике? Ну, можешь. Я Мэри Поппинс. Не очень. На тебе, 2036. Ой, 36, точнее. На, просто ее сразу скилла. Фэнли, стойка. Стойка, Фэнли. О, стойка, я вас скилла разрушил. Стойка, что у меня алкокран в алмазе? Хорош, туда, флешбеки. На. Флешбеки, реально. На, сейчас Винтер еще убьем. Флешбеки со скелетоном. Ой, косарь хп, не. На! Фэнли, я тебя спасу! Эмика, куда сай? Думаю, типа там скрыт вставить. Сегодня день победы, но мы отмечаем victory. Напихал по дому камер. Скелетон Виндер, на скилл сейчас разнесет. Сюда подошел. Я улетаю! Давай, красавчик. Куда? Я на зонтике. Смотри, прилетаю. И сейчас, смотри, супер удар. На! Не, ладно. Сейчас супер удар будет. На. У меня еще не нажимается. На! Да блин, у меня не нажимается. Мы сейчас на равных идем. Почему у меня не нажимается ничего? У меня только Z-ка работает, а X не работает. Мы сейчас на равных идем. У меня X не работает. На! Нет. Стой. Сейчас, иди сюда подошел. Сюда. Ты видел, сколько у меня хп? Я не знаю, у меня тоже немного. У меня не нажимается X, что делать? Что делать, у меня X не работает на клаве? Пацаны, мне нужна новая клава.
На! 4253! На! Ну да, все, блин! Замочил скелета! Пец! Да. Люто! Проиграл, люто, 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 люто. Вот это было реально сочно, прям реально классно. Это просто насик был. Насик. Че, может, еще одну карточку? Фрукты хочешь поменять? Да, давай. Давай, я согласен. В принципе, давай. Так, ну что, ребята, уже третий раз меняем фрукты, просто их размотал. Сейчас посмотрим, сможем ли я их... Смогу ли я выиграть их с новым фруктом? Поехали, ребят. И нам упадает число 13, капец, хоть бы это не мифик. Ребята, мне упадает фрукт-дрожь, и я просто в офиге. Окей, давайте его скушаем. Так, ребята, у нас третий раунд, и мы меняем фрукты. И, Фенли, ты готов у нас? Да-да-да-да. Давай тогда, на счет три. Раз, раз, три. Два. Погнали. Давай, колесо фортуны крутится, лава хомутится, как говорится, да, и... Мне выпадает... Пипец! Знаешь, что мне выпало? Что? Что? Пацаны, мне дрожь выпала, мне дрожь выпала. Пацаны, пацаны, мне спирит. О боже, не хочу его хапать. Может, не будем, а? Давай, давай, ну, какое? Ладно, ребят, но ради этого вы должны обязательно все поставить Фэн лайк и подписаться, да, ребята. Да, да. Фрукт-дрожь, я просто в офиге, окей, давайте его скушаем. Обязательно подписывайтесь. А Фэнли и на Винтера, ну, естественно, и на меня как бы тоже. А я ставим лайкосик на этот видео. Ну и, ребята, заходим в дискорд-сервис, ссылка в описании. Ну, я ряд тоже хаваю. А также заходим в мою гильдию, ребята. Да-да-да-да-да. Ссылка в описании, комменты пишите, когда ты там взял. Если хотите больше роликов про ПВП, то обязательно пишите в комментарии, мы еще для вас еще сделаем. Так, ребята, короче, в этот раз у нас такой. Кое-что у меня спирит, у Винтера у нас там дрожь. V1, а у Фэнтика у нас Будда V1. Ну, погнали, будет интересно. Мне кажется, лютейший сет. 3, 2, 1. Я уже начал. Сейчас все будет, пацаны. Сейчас мы устроим тут такой лютый трэш. Опа, цунами подлетает сюда. Ой, а что это такое? От кого это? Это спирит. Это дрожь, это дрожь, это дрожь. Нет, цунами от этого, от дрожи, да. А растение от этого, от спирита. Нифига там скелетона. Мне вот дрожь, она прям столько дамажит, это просто я в офиге. А чё я вообще не попадаю? На. Мне наоборот сносит всегда очень больше хп, чем вам. На, 1700 дал. 220, на тебе. На. Фу-ху! Мне половину хп кто-то снес. Это я, это я. На, еще тебе скелетончик. Я за Феликом гоняюсь. Опять я умер, как всегда. Скелетон, давай, весь давай, видеоролик давай Фэнли умирает первым. Мне интересно, кто из вас сейчас будет быстрее. Интересно, кто сейчас быстрее умрет. Да. Скелетона вообще меньше. Мне вообще ПВП не прокачан. Минус дрожишь, у нее прям огромный кулдаун. То есть там на скиллы там пипец просто. А я, знаешь, я, короче, чисто похилюсь сейчас пока что. Я же как бы спирит у нас. Он хилится. Спирит у нас, на. Спирит у нас, ребята, да спирит. Как? Я промахиваюсь, блин. Ну вот так вот. Океаны, отсюда. На, туда. Снова я затащил. Все раунды подряд. Блин, какое. Как просто так? Просто вынес. Сейчас. О, давай. Говорил про удовольствие. Хорош. Че ты себе ник не поменяешь, Фэнли? У тебя тысячи робоксов нету. Давайте, пацаны, я к вам присоединяюсь, сейчас буду вас добивать. Давай. На изи, ез, сейчас напишу. Вторая попытка, я сейчас 100% вас завалю. Давай. Все, погнали. Let's go. У меня в селе по такие видео вешаются, кстати. Хорош. Фэнли разошелся, что-то Это меня прорвало сейчас, вообще-то. Усмирить немножко Фэнли нужно. А, согласен, надо его немножко приструнить. На, просто. На. Бедный Фэнли. Просто бедный Фэнли, реально. Да как? Просто если я иксом попаду по тебе, тебе будет просто жопа, реально, конкретно. Ты мне уже, по мне уже попадал, что-то не жопа. На, это икс. Ой, это за. Это перед этим ты тоже попадал. Ой, мехаки выключены. Ой-ой-ой. Боже, сколько я просрал уже. Так, зет. На. Хочешь, я тебе устрою сейчас разнос? Смотри. Стой. Оп-оп. Ой, что это за штучки? Это разнос. Смотри. Это круто. За лягушка, господи. На. Это спирит. Это спирит. О боже, как жестко вы меня дамажите. Я вообще ничего не вижу, Фэнли, хорош!
Меня раздражает Буда просто. Бендочка просто хорош. Мне так бесит это Буда. Все, я всех разнес на изи просто. Ребят, на этом будем заканчивать на этот видеоролик. Спасибо большое, что вы были с нами. С вами был, как всегда, Скелетон Винт. Ой. Это нормально, что я что-то даже не пришел, ты о чем? Вы же видео заканчиваешь. Гений. Пипец. Так, ну что, Фэнли? Буда. Давай, Буда. Давай, танк. Танк. Желто, как в моче. Так, ну давай заканчивать уже, наверное. Да, давайте, сейчас, пацаны, я здесь построю сад по-быстрому, погодите. Ты что, офигел? Пацаны, тут еще вот лягушки какие-то появились, я... Лягушечки. Ну, короче, ребята, такое видео получилось, кому-то понравилось, что делаем дерьмище правильно. Дерьмище просто, дерьмище. Кому-то понравилось, что делаем правильно, ставим лайки и подписываемся на каналчик, ребята. Еще также, ну, подпишитесь на Фендлика, Фиолетового Челика и на Зиму Винтера. Как-то так, ребята. Когда саммер будет. Спасибо за просмотр, с вами были Фендли Винтер и всем пока. Да, всем пока. Да, ребята, и всем пока-пока. Скелетона не было. А, ладно.